какие они удары, самый первый, самый опасный, самый страшный удар, который действительно может даже убить человека, это удар раскрытой ладонью в кадык. То есть, когда ты пускаешь кадык между своего указательного и большим пальцем, да, между указательным и большим пальцем на вот этот переход. То есть, он четко ложится, удар получается, ты как бы обхватываешь шею, но делаешь это ребром, внутренним ребром ладони, очень быстро и жестко. Теперь вбиваешь просто человеку, вбиваешь кадык вовнутрь. Если у тебя действительно поставлен этот удар, суть этого удара точно такая же, как и прямого удара рукой. То есть прямым ударом рукой мы бьем кулаком, а так мы бьем просто раскрытой ладонью, но внутренней частью ладони запуская горло, шею между указательным и большим пальцем. То есть этот удар. Принцип тот же самый. Так же само доворачиваешь корпус, так же само доворачиваешь бедро, вставляешь плечо и жестко сильно пробиваешь. Опять-таки повторю, это очень опасный удар, поэтому его использовать нужно в очень крайних случаях. Очень-очень крайних. Там, если противника, например, килограмм 140, а тебя 60, и ты реально понимаешь, что любыми ударами они для него будут вообще никак. Ты не сможешь его ни завалить, никак он не поплывет от твоих ударов, потому что такая большая разница в весе, он просто их будет принимать как пощечину. То этим ударом однозначно любой противник просто начнет задыхаться. Ты перебиваешь кадык, удар как бы получается чуть-чуть снизу вверх, и ты попадаешь точно в кадык, как это называется, адамово яблоко. Если его перебить вовнутрь, человека может реально остановиться дыхание, ты перебьешь трахеи, все остальное и может быть летальный исход. Поэтому 3 раза подумать перед тем, как применить, и только в крайних ситуациях, в крайних случаях самообороны. То есть этот удар, соответственно, нужно нарабатывать. Как нарабатывать? Можно нарабатывать на каком-то предмете. Например, взять какую-то трубу, обмотать мягким предметом, мягкой тканью какой-то, и уже туда вставлять. Или если у тебя есть манекен клоп, очень хорошо это делается. Или у тебя есть какое-то чучело. Вот нарабатывать можно на разных предметах, да, или манекен поп, если у тебя есть, или вот такого плана, это борцовский манекен, конечно, он есть и у всех. Ну, то есть твоя суть такая, чтобы у тебя была возможность именно для отработки этого удара открытой ладонью. То есть ты просто встаешь с нашей стоечки и отсюда сразу на выдохе. Если ты неправильно как-то ударишь, здесь тоже надо. Почему отрабатывать? Потому что ты можешь ударить просто большим пальцем и выбить себе большой палец в руке. Поэтому удар должен четко припадать на внутреннюю часть ладони. То есть вот сюда, где у тебя заканчиваются куксы. А большой палец он просто уже для обхвата нужен. И ты отсюда нарабатываешь. Берешь под горло, то есть стараешься туда запихнуть, тоже с корпусом, стараясь туда пробивать на выдохе. И таким образом нарабатываешь вот этот удар на взрыв, на силу и на именно проникающий, пробивающий эффект. Но используя его